убедился. Марк Солонин глуповат. С его суда оценки по делу Боинга MA-17 рейса сделан вывод мой учетом. Эта оценка суда в Гааге по делу Боинга MA-17 рейса прозвучала в его стриме, в стриме Марка Солонина. Марк Солонин отвечает. Слушаем. Суда по MH17 будет в какую пользу? Голландский суд рассматривает дело четырех отсутствующих обвиняемых. Обвиняемых охочат, истебаются с этого суда, просто вот катаются по полу. А суд выясняет вопрос, участвовали ли они в доставке зенитной установки и ее вывозе назад. С вероятностью 99,99% суд решит, что да, участвовали, на этом все разойдутся. Это спектакль, позорный, постыдный спектакль. Ни о каком разбирательстве сути дела там даже и не просматривается. Там обсуждают вину Гиркина. Какое имеет отношение Гиркин, он написал пост в Фейсбуке. Ну, и я тоже пишу посты. Теперь его оценка этого суда у всех российских троллей будет на расхват. А ведь задача этого суда всему миру доказать, что сбит этот Боинг был СОУ из РФ расчетом. Вот такие вот дела.